Мы находимся в 610 поезде Лисичанск-Харьков. Сообщение, который вчера отправлялся из Лисичанска в Харьков. То есть с 4 июня на 5 июня. Вот здесь ехали пассажиры, и окно было открыто. Не закрывается, не открывается. Вот такая щель. Люди мерзли. Но у нас сознательные пассажиры, как всегда, которые не захотели дать интервью, как они мучились в этом поезде. Сейчас мы последние пассажиры покажем. Ходят из вагона. Можем поинтересоваться у проводника по поводу состояния вагонов и закрытых окон. А вы не начальник поезда? Могу быть. А скажите, пожалуйста, вот вагон в вагоне не закрывался. Номер один в вагоне сообщением поезда Лисичанск-Харьков не закрывалось окно на 28-26 месте. Люди ехали, мучались, пассажиры, да, щит. Ну так это же не решение проблемы. Почему не решается проблема? Сегодня будут менять вагон. Что-то там не состоит. Вот проводник, скажите, пожалуйста, почему не решается проблема с закрытием окон в вашем вагоне? В поезде Лисичанск. Решается. А как не решается? Решается. Я слышал, как вы сегодня ответили пассажирам. Ничего не могу сделать. Ну а что я могу сделать? Извините, пожалуйста, на этом все закончилось. Сегодня будем решать, что не меняется у нас вагон. Да, вот это составитель спрашивал, будут нас открыть. Вы составитель вагона? Нет. Понятно. Составитель спрашивал, что спасибо. Отцепляться. Составитель сказал, что наш вагон будет отцепляться. Пусть ремонтирует вагон. Спасибо. Мы находимся на вокзале в Харьковском. Наш красивый поезд, который нас привез или увозит. Уехал первый вагончик, который пообещали отцепить в составе поезда Лисичанск-Харьков номер 610. Помашем ручкой. Спасибо. Вот это у нас Харьковский вокзал.